Но прежде чем здесь появится известный российский пианист Мирослав Култышев, который приехал в Эстонию, чтобы завтра выступить на гала-концерте по случаю открытия 10-го сезона в Ихвисском концертном доме, мы посмотрим небольшое видео с сегодняшней репетиции. Снято это было в концертном зале «Эстония». И давайте для начала обратим внимание на видео. Мирослав Култышев, российский пианист, сегодня у нас в гостях. Мы слышали, как он играет, сейчас услышим, как он разговаривает. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Мирослав. В Ихве прозвучит тоже фортепианный концерт Чайковского, верно? Да, все верно. Аня угадала эту мелодию буквально с трех нот. Какой концерт Чайковского у вас любимый? Вы знаете, в моем репертуаре все фортепианные концерты Петра Ильича, а их четыре. Да. Так что его наследие не исчерпывается только вот тем самым, безусловно, замечательным. Согласитесь, первый, второй самый известный на слуху, особенно второй. Я соглашаюсь, безусловно, хотя другие, которые не столь на слуху, на мой вкус достойны не менее. Ну и вот завтра прозвучит первая часть первого концерта. Мирослав, я как человек, умеющий играть на рояле, или только собачий вальс, хочу спросить у вас, а вы собачий вальс можете? Вам честно? Честно, вы когда-нибудь вообще играли это? Ну, честно. Ну, вы знаете, тут, мне кажется, существует разделение труда, понимаете? Все-таки правильно, не надо отбирать мой хлеб. Профессиональный снобизм, он все-таки существует, а никуда от него не деться. Нет, правда говорят, что те, кто не умеет играть на фортепиано, играют в собачий вальс. Я, например, тоже не умею играть в собачий вальс. А вы, как Моцарт, начали свою концертную деятельность в 6 лет. Я такой сразу, у меня ассоциация пришла. У него был первый концертный тур в Мюнхен и у вас. И вы тоже, когда вам во время исполнения одной из пьес не хватило ноты, носом сделали клавиши? Почему нет? Как говорил другой великий музыкант Антон Рубинштейн, играйте носом, лишь бы хорошо. Вопрос. Что вы играете дома? Вот пришли вы домой, устали, хотите расслабиться. Что может быть лучше хорошей музыки? Что сыграть? Ну, вы знаете, опять же, вот ведь музыка для меня это и отдых, и работа, так сказать, в одном, что называется, флаконе, понимаете? Ну, поэтому как таковой музыки отдых, ну, тогда что-нибудь послушаю, причем тоже наверняка классическое, наверняка фортепианное. Ну, то есть, а поп-музыку вообще не слушаете, не играете? Только тяжелый рок. Никакой попсы. Нет, Мирослав, ну... Да. Да нет, вы знаете, я думаю, что музыка, ну, классическая в широком смысле этого слова, она, в общем, исчерпывает мои
скромные потребности. А вот зачастую говорят, что одаренные люди имеют не очень счастливое детство. Согласны ли вы с этим? Ну да, это такой очень расхожий стереотип. Да, о том, что, скажем, там, у какого-то великого музыканта или просто музыканта не было детства, и как он страдал. Или наоборот, что ах, вот как там какой там был там, футболист, не знаю, значит, там, гроза всея двора, и потом вот, мол, что из него вышло. Такие примеры есть, не будем называть их. Нет, ни то, ни другое. В общем, я вполне счастлив, как сложилось мое детство. Я, в общем, был... Я остаюсь вполне домашним человеком и, в общем, никаких комплексов, так сказать, ни в ту, ни в другую сторону не испытываю. Многие пианисты потом переквалифицируются в дирижеров. У вас нет таких амбиций? Вот знаете, нет, потому что все-таки, я бы сказал, многие инструменталисты, все-таки для, скажем, скрипача, виолончелиста, etc., это более естественно в силу... Ну, у вас такая жестикуляция, мне показалось, что нет, вы не... уже почти там. Ну, я, может быть, Михаил я почти... Плетнев, пианист. Нет, это все-таки больше... Ну, если не исключение, то все-таки... Нет, более счастливые случаи музыкантов, сочетающих в себе дирижирование и исполнительство, это пианисты по своему художественному результату, безусловно. Вот и Михаил Васильевич, безусловно, самый, может быть, яркий, действительно, и замечательный пример. Нет, почему нет? Почему я не вижу себя в каком-то обозримом будущем на том поприще? Ну, потому что все-таки наш фортепианный репертуар настолько... велик, настолько необъятен, в отличие от, ну, все-таки того же струнного, ну, что, наверное, и жизни не хватит, чтобы максимально хотя бы в каком-то приближении переиграть все, что ты хочешь. Особенно если еще включить дуэты сюда, трио, квартет. Кстати, да, говорят, что вы в дуэте можете играть только со своей женой. Это действительно так? Ну, как, наверное, теоретически могу не только с ней, но так как, опять же, времени не так много, и все-таки я предпочитаю сольную деятельность, понимаете? Да. Обещайте. На каком инструменте играет ваша жена? Жена моя японская скрипачка Маюко Камио. Вот с ней, собственно. Если я и действительно играю с кем-либо, то, это с ней. Да. Если Мирослав, что, крейцера сана. В том числе. Обещайте, в следующий раз, когда приедете в Таллин, мы с вами сыграем в четыре руки собачий вальс. Я вас научу. С удовольствием пойду к вам. Мирослав Култышев, российский пианист, у нас сегодня был в гостях. И он приехал в Эстонию для того, чтобы завтра, то бишь в пятницу, выступить на открытии 10-го сезона Ихвесского концертного дома. Спасибо, что пришли. Спасибо. Всего доброго.